Ты кто тебя научил? Смотри, подсечку установишь на. Все, это заяц. Вот ты стоишь, ты должен раз и убрать ногу на место. Раз, а ты шаг. Отдал захват, да? Все, за шею взял. Бросай его! Головой плеть твоего туда. Надо место головой, пендрить путь головой. А я тебя спасу. Молодец! Видел ситуацию такая? Только стоп! Ну, попрыгай. Весь тянуло, ты на спину ломаешь. Давай. Ничего! Просто ты залез хорошо. Вот есть камера засняла. Залез хорошо. Залез, только и руками не попрыгай. Давай. Давай, Миша. Денис, ты правша или левша? Я не могу понять. Вот есть камера, вы смотрите. Там не делал. Так нет, я смотрю, как ты стоишь. О, подсекай. О! Пацаны, меня тоже. Видел, не могу сказать. Сами решайте здесь. Ну что ты понял, мам? Опа. Это новый прием от Дана. Какой прием мне подсекает? Молодец, а ты упал? Носки, скользкие носки. Ну смотри! Иди сюда, я тебе покажу. Не, Марк, стоп. Ты идешь, хочешь
где-то он идет назад, далеко ноги, хочешь его назад бросить, и получится. Ну, ты показал, а потом попробуй развернуться и показать бросить вперед. Ну, и делай болевой! Переворачивай, и души его, ручку ближнюю держи и делай удержание. По троице. Вот так, не отпускай руку, одной рукой. Вот. Стоп, смотри. На лицо, да. Правильно, а ты вот он раз, а ты хоп, руку сюда. Ой, все. Раньше за это шире было. Хорошо. Молодец, Луэльси. Ты не расслабляйся, что ты как упадет на живот, ты родишь мне мышку. Я держался. Да нет, просто мог упасть на живот. Молодец! Завалили, Мате. Смотри, чтобы она на живот не падала. Да. А ты еще Микки Мауса родишь. Давай. Не давай, я сверху разбор. Подожди, постарайся выше взять захват и согнуть. Пусть она понюхает эти. Запах ног твоих. Знаешь, запах носков. Да он умрет сразу, и все. Так, Макс, впереди ты туда пока. Тебе не страшно вот так идти, Макс, нет? А вот тебе сейчас как передний удар, и ты улетаешь. Вот и все, вот и жопа. Взял у тебя поезд, что надо делать? Что? Мельницу. Сразу руку сверху, назад, хоп, мельницу и покупайся. Молодец. А? Конечно, поздно. Молодец, Маша, вот ты. Нет еще Микки Маус. Матей! Так, Пастухов перешел туда. Сын выходит. Вышли. Быстрее, быстрее ушел. Что вы там? Шедры! Выходи. Каким? Вот. Ну, Саня, тебя хотят проверить? Я в шоке. Так, кто хочет данную проверить? Я. Кто? Я. Нет, ты уже стоишь. Ну что? Маша, я уже боюсь. А что ты голова куда-то? Бум! И... Вот. Так. Кому что ты так? Вот я боюсь. Я знаю, а можно говорить? Давай, Саня. Ты сам выиграл? Давай, можно. Еще. Кто хочет за мной? Кто мне ложи, иди. Джимен! Пацаны, когда вы только схватите телевизор, сразу убегайте и ловите данных. Вот, стоп, вот это. Ну вот зачем ты сразу руку ему дал сверху? Ну ты согнулся, он взял. У тебя есть руки, ну вот закрой, не дай мне чуть-чуть. Давай. Бегай вокруг него, и все, я дал закрутиться, уходи. Вот, вот. Стоп, иди сюда. Не отпускай захват, иди захват. Как он здоровый? Да? Миша, смотри, бежали. Да, я не понял. Ты его разозлил? Это что, твой друг перешел ему делать подарок ему? Да, много хватит. Вот. Односторонний, бери односторонний. И все, бери прямо сразу.
Сразу односторонний. Смотри. Здесь уже не прыгать, наверное. Здесь надо вот будет переться вот сюда. Потому что весь он должен попасть. Есть такой прием, подклад. Вот так поворачивай, что такое. Все, Бескун выходит. А я тоже зайду. Тем более выходит. А ну, Денис, собери. Вот, молодец. Ноги не крести. Ноги не крести, а то он сейчас может. Вот так вот и ходи, да? Лучше будешь так ходить, а не бросить. Вот. Дальше, правой рукой, выше, да, доставай пояс. Стоп. До конца, еще раз, да. Ну, смотри, да. Первый раз он ты шел сюда, так, дай его обратно, и все. Вот. Руки не убираем за руки, впереди держи. Базарь. Япон. Базарь. Япон. Я смотрел, лицом вниз. Кого? Он на лопатке. А? На лопатке лицом вниз. Япон. Это базарь. Это япон. Камера все видит. Япон. Ты не можешь поставить мальчику брата? Ладно. Базарь. Я же верю в Дед Мороз. Красавец. Молодец. Вот, старайся это делать ему. Вот, смотри. Да, бегай, нельзя, потому что не пойдет. Вот видишь, он тебе кинул. Вот ты показал вперед, вот ты не смотрел здесь, бросок. Чувак, показал старый раз, а потом сюда как дал его. Вот не смотрел, а смотрел телефон. Вот видишь, как тебя. Ну, значит, грубо смотрел. Стоп, стоп. Выбрал тебя, да? Блин. Все, Саша, отдыхает нафиг. Маша. Да, настаёшься. Через спину с колени нет. Через плечо со стойки, да. Задняя подножка, да. Ну, тем более, вы такой-такой, пожалуйста. Немец лучше сверху. Денис отдыхает. Андрюха выходит. Андрей, делаешь ему быстро 10 бросков. Быстро. А зачем я их делаю? Быстро сказал! Бросок. Раз. Быстрее. Два. Три. Быстрее. Четыре. Быстрее. Пять. Быстрее. Шесть. Семь. Последний бросок. Восемь. Все, можешь бороться. А, у тебя тоже уже голова закрыта. Ой, молодой, ты что на тебя бросаешь? Ну, меня это белая рука снизу, мы! Возьми руку сверху, поставь и делай менее свои. Повернись в левую стойку, руку раз сверху и... Нет! И стоп! Стоп! Это ну, молодец! Но в ты просто не вот он вверх, да? Вот эту руку. Раз сюда, лоб сюда и помнее, да? Почему вы не попросили? Почему? Сейчас я тебе покажу. Я посмотрю, что тебе нужно делать. Конечно. Стоп! Молодец, только это на крыле. Вот смотри. Раз ты здесь берешь. Да сам. А ты! Мое величество же. Поклонялись по широкой руке. А, ты потерял руками, вот. А ты представляешь, да, ты приходишь. Договариваешься. А он не честно. Хочешь, можно пойти в другую секцию. Вечер бы, вечер.
А так что смотри, они не ходят, и ты не ходишь. Ты приходишь мертвый, они мертвые. То есть, а если бы ты подвигался, больше поиграл каждый день. Скажите папе, я все расскажу. Еще раз? Скажите папе, что я гонял в горы, я понял. Чтоб ты качал? Да. Папе? Да, я понял. А кто ты хорошо? Хорошо. О, да, да. А здорово. Мы в следующий раз делаем по-другому. Если он будет бросать, а ты бороться. А потом ты бросать, и суд бороться. Вы должны из него сделать человека, который на вашем уровне. Всегда можно бороться. А как? Вот как бы... Хорошо. Направились, построились. Хорошо, хорошо. Хорошо, мальчики. Если вы, у нас в среду будет будет собрание, и я завтра еще позвоню, на сам подам его календарь. Никто не дает на джиу-джитсу и на гитару. Календарь, чтобы вы знали, когда соревнования. Так, еще раз. Календарь. Федерацию приди по коридору. Так, еще раз, мои дорогие, тренировки, знаете, как бы всегда это тяжело, поэтому чуть-чуть надо подготовиться. Да, вот идешь с собакой, пнул ногой. Уже, смотришь, сердце заработает, дыхание хорошее. Кошелек какой-нибудь украдет. То только так бежит, он будет за вами бежать. Если не сможет бежать, остановится, вы остановитесь. Он опять побежит этот, а потом положил, спасибо за тренировку. А вот ты раз за угол поймал, и бам, а ты раз, не бежишь. И пошел дальше. Придумайте какие-нибудь способы. Да. Фейсбук, зачем у вас? Написал в Фейсбук. Пацаны, мне 14 лет, хочу играть в футбол. Кто играет в футбол? Да. Все, и пошел. Не здесь играет, а играет там. Бадминтон. Ух, ты знаешь, какая игра? Мне нравится. Йо, там так двигаться надо. Там, понимаешь, дает пакетку назад. Ты должна назад, вам пакетку. То есть очень. Сложно. Не то, что сложно. Сложно, сложно и все. Энергично. Да, очень-очень нужно двигаться. Здесь теннисный стол поставлен, никто не приходит. Ну, что я знаю. Все, Оливье. Привет. Все, Владимир. А мы еще должны покачаться, подтягивать, ну, призвать. Кто? А как это твой друг? Ты что? Он же тебя специально. Да он тупой, это я ему должен давать. А? Он тупой, мне не надо объяснять. Ничего. Ну ладно, он... Скажи ему так, чтобы не обидно. Да ему не обидно. Нет. Ну, ты меня прости, пацаны. Ну правда. Так, сейчас, давай. Да?